В Бердский городской суд передано уголовное дело о растрате бюджетных средств, выделенных на развитие детского спорта. В совершении данного преступления обвиняется президент Федерации бокса Бердска Сергей Гробок. В апреле прокуратурой города в Бердский городской суд направлено уголовное дело по обвинению Гробка в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации. Растрата, хищение веренного имущества. Предварительным следствием установлено, что Гробок получил субсидию, будучи председателем Федерации бокса города Бердска, получил субсидию из Министерства регионального развития и политики Новосибирской области. Как сообщил Роман Сивак, по версии следствия, обвиняемый распорядился выделенными средствами в сумме 600 тысяч рублей по своему усмотрению и потратил на личные нужды. На предварительном этапе следствия Сергей Гробок признал свою вину частично, а также заявил, что потратил деньги на развитие бокса в Бердске. Первое судебное заседание по уголовному делу в отношении растраченных обвиняемым средств назначено на 2 июня.